80 человек и 3 единицы техники работают в большевиземском отделении Голицынской школы номер 2, чтобы завершить капремонт в срок. Уже приступили к чистовой отделке и прокладке инженерных коммуникаций. Преображаются кровли и фасад. Когда закончите фасад? Я думаю, к 10-15 все будет готово. Фасад обновленной школы будет необычным. Его отдельные элементы сделаны под дерево. Такое дизайнерское решение в Одинцовском округе используется впервые. Вопросов нет. Согласовывают и цветовую гамму. Конечно, такого стильного, наверное, нигде не будет. Такой вот такая гламурная школа получается. Она стильная такая, очень элегантная. Для детей это важно. Не только стильно, но и удобно. Например, после ремонта попасть в школу смогут и маломобильные жители. Особое внимание подрядчик уделяет прокладке инженерных сетей. На следующей неделе приступим уже к устройству спортивного ядра. А в данный момент именно проводятся демонтажные работы по благоустройству территории самой школы. По плану работы в большевиземском отделении Голицынской школы номер 2 завершатся в середине июля. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».